Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, поздравления, наша команда вышла в более высокий дивизион. Дивизион 2. 484 тысячи монет, 72 кристалла. Некислый, я тебе скажу, итог. Очень некислый. Так, Анкит вступил в команду, Джастин вступил в команду. Так, вступил. Что происходит, ребят? Я не могу понять. Рудра, Джастин. Кто это вообще такие? Не пойму. Так, ну что? Начнем с сундучков, как всегда. Так, новые колеса, нифига себе. На ролейку нам дали колеса. Именно скин на колеса, другой. Так, ускорители, это все понятно. Так, что у нас тут? Тяжеловоз. Так, на випке. Так себе награды. Так, ну что? Приключения, это все понятно. Так, гонки. Главный приз. Так, седьмой день. И мы забираем сундук. Так, 12 тысяч монет еще в плюс. Так, новый сезон. Превосходно, да? Типа превосходно, все нормально. Ох ты, ох ты, ох ты. Скин новый, ребята. Так, ну что, я поехал, пожалуй. Пустынные пещеры у нас. Кстати, кто-то мне говорил, возьми и купи другую машину. Ребята, а чем плоха ККМ? Кто-то говорит, возьми вот лихача. Типа лихач тоже крутой. Но его надо купить вначале, да? Давай купим. О, бесплатно колюськи ему сразу. Жит. Лихач, нагнетатель. Блин, я припарюсь тут прокачивать сейчас, если честно. Так, мотор. Ладно, пока не будем. Я уже потом за кадром все это сделаю. Так, у нас новый костюм. А где... физиономия клоуна, скажите-ка мне, пожалуйста, на милость. Почему физиономия клоуна я не вижу, а? А, вот он, по идее, да, должен быть клоун. Ну что, вернемся к истокам. О, давай вот такое вот лицо. В тапочках. И с флажком. Ну что, покатаемся пока вот так. Ребят, поехали. У нас новый сезон. Погнали. Йо, куда ты так? Спокуха. Ух, ё-моё, а мог бы сейчас и шею себе свернуть, а? Бро, как ты думаешь? Первый, правильно. Просто залетели там на лихачие. Кого там только не было сзади. Но мы все-таки первым приехали. Смотри, лихач просто не хочет мне уступать, ребят. Не залетай, не вздумай. Опа, у него лихач просто перелетел эту лужу. Кто первый? Я. Я круче. Так что глотайте пыль, сосунки. Ну что, поехали дальше. Воу. А ну и хорошо, что я туда не поехал. Поверху, а? Нас и здесь, как говорится, неплохо кормят. Замечательно. Так, опять. Не опять, а снова. И все, друзья мои, первое место мне обеспечено. Там пришелец какой-то сзади гнал. Так, прекрасно. Ну что, сегодня возьмем вот этот вот новый скин. На мордочку. Мордочку. А почему бы и нет? Так, единственное, что мы с тобой забыли надеть, это головной убор. Так, машины. Так, анимация. Ну, я не знаю, если
Сильная грусть. И когда выигрываем, можно что поставить? У нас не так уж и много, как говорится, этих, да? Вот так пока ставим. Надеюсь, все в курсе, да, что было обновление. Анимации, я уже не буду, ребята, вам там рассказывать, расписывать. Есть ребята, которые этим занимаются, причем довольно неплохо. И все, так сказать, рассказывают. Ты гляди, какой-то китаёза, ребята, нас хочет. Или кореец, я не знаю. Да что ты, ну Рэй, ну. Отлично, отлично, нет. Не бывать этим китаёзом. Точнее, японцам, это японский флаг, поэтому мы все-таки сделали его, да? А он старался, он хотел, ребята, наказать меня, обогнать. Ну, видишь. Благо, папочка. Да блин, ну. Слушай, мне не нравится эта вот фигня, которая впереди едет. Кто-то дальше всех там пролетел. Ух. Трындец, последним. Я в шоке. Вот от этого дебилизма я в шоке сейчас был. Да какой старт-то паршивый был, ну. Я не знаю. Да этот гаденыш с ускорителем едет. Понятное дело, он просто так бы его не стал бы на себя вешать. Ну что, второе место мы получили. И едем дальше. Туннели. Сейчас вот с этими ребятами здесь плохо вообще соревноваться, потому что, ребята, поверьте, у них прокачано по фулке все. И как бы новый сезон, и приходится именно вот соревноваться. И что делает? Соревноваться с теми, кто, у кого прокачанные машины. И не забывай, что не только машины тут прокачиваются. Что это? Что это я сейчас тут... Ты серьезно? Зашибись, я еще сейчас по горючке встряну, да? Точно? Нет, нормально, хватило. Ну и трасса, зачем я там сбросил скорость? Ну я на самом деле что-то начал переживать, ребят, что куда-то мы не в ту степь полетим. А на самом деле надо было как раз-то гнать по полной программе, все было бы ништяк. Вот что такое? Я понял. Ака! Ё-моё, да что ты будешь делать? Чё за трасса? Я таких не помню, если честно. Чё за... Какие-то камни, прикинь, просто летишь впереди валун. Не было такого. А тут на тебе. Я не помню таких трасс, вот серьезно тебе говорю. Да ты... Ты вот... Просто смотри, что происходит. Камни какие-то. Я в шоке, ребята. Просто в шоке. Третьим. Откатываемся назад. На наш старт. Я офигеть. Действительно, ребят, надел костюм клоуна и стал выглядеть как клоун. Надо, наверное, поменять, мне кажется. Это... Ни в какие рамки не входит. Ну, естественно, врезаться надо. Как же по-другому-то? Ну, надо же, первыми приехали. Я еще и задание выполнил. Завершите 6 гонок. Двигаемся дальше. Вот самое, вот, ребята, главное, как стартанешь. Я стартанул, как фиг знает кто. И, соответственно, все, я скорость растерял. Всякие тележки. Не, я серьезно говорю, я не помню таких трасс. По-моему, тут все, ребята, обновилось. Пишите в комментариях. Возможно, с обновлением, которое сегодня у нас было, обновили и новые трассы. Ну, может быть, не полностью трассы обновили. Ну, как тебе сказать. Какие-то новшества в них ввели.
Потому что других у меня тут, ну, нету объяснений. Видимо, новая лига, новый сезон, новые трассы. Так, ну здесь первое место, слава богу. Так, дай-ка я тут заберу награду свою. Угу, колесный ускоритель. Я не хочу на спортивном автомобиле выигрывать. Что там такое? Ну, обменяй, просто, да. Вот, опять выиграй 6 гонок, вот по мне. Ребят, неужели фабрика? 1000 лет ее не было, этой фабрики. И вот, наконец-то, она появилась. Давай. На заднем колесе опять почему-то начинаем. Ну, нормально, здесь первое место получили мы. Такс. Давай, лети. И опять же первое место, отлично. По красоте. Получается, у нас последняя, третья гонка. Ёпрсты, чё там? Кого-то там что-то отлетело уже, я смотрю. Ох, ничего. А, первым. Фух. Замечательно. Так, можно сундук с тобой готов открыть. Шикарно. Так, давай здесь открываем. И вот этот. О, друзья мои. Новая мордочка. Пижама называется. Ну, а у нас гонка. Блин, лихач этот. Ой, какой, блин. Так, ага, слот разблокировали, да, получается? По идее, тут вообще-то самое главное, мне кажется, движок. Подвеска тоже немаловажная. Это ж сколько туда нужно вбухать денежек, чтобы прокачать полностью? Мне кажется, тех денег, что мы получили, нам вообще не хватит. Просто деньги как вода, прикинь. Нагнетатель. Остерегайтесь перегрева. Интересно. Что за перегрев? Ну вот, на ваших глазах я все буквально влил в этого лихача. Ну, а выступать, естественно, я буду на ролике. Такс. Не надо, я не хочу туда. Я лучше спокойно понизу покатаюсь, потому что, ну, поверху, ребят, ну, мне не нравится по вершинкам по этим ездить. Вот и финиш. Отлично. А сзади уже спортивная, там несется на всех парусах. Я, кстати, заметил, все спортивные тачки почему-то делают себе крышу. Что это сейчас? Вот так вот, ребята. Захотел поправить, называется. Вот и поправил. Почему ты опять на дыбы-то встаешь? Не могу никак понять. Этого вроде не стоит у меня. Даже здесь первым. Ускорителя для колес я не брал. Но ее опять же закидывает. Это очень сильно раздражает. Так, пойдем, наверное, поверху, да? У нас варианта здесь все равно не было. Ой-ой-ой, пролетим или нет? Ну, тут уже вниз тогда придется сигать. Отлично, здесь у нас получилось все. Воу, и так вот прям до самого финиша и долетели.
На одних баги. Я вижу, тут любят гонять на баги. Так, ну что, выиграли 6 гонок. Получаем с тобой, естественно, награды. Сделай 5 поворотов на супердизеле. Скоро уже награда будет у нас в кармане. Так, открываем с тобой этот сундук. Ох ты, новая краска для ККМ. Погнали. Друзья мои, вы пишите в комментариях, разблокировать вас. А как вас заблокировали в игре? Я что-то вот этого не могу понять. Или как вас разблокировать? Как это делается? Оу-оу-оу. Все поразбивались там, да? Е! Наверное, мне помогло то, что я здесь ехал уже с оторванной крышей. И как бы у нас скорость в разы быстрее. КТ какой-то тут. Давай, родной. Ты сейчас, конечно, хорошо врезался. Ну? Умничка, умничка, машинка ты моя. Все, сладкая, справилась со своей задачей поставленной. Молодец. Так, давай дальше ехать. Ну, ты понимаешь, что это новый сезон. Новые гонки. Соответственно, тут еще как бы все самые профи. Ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё, ты смотри, а? Е! Все-таки первый. На ролличке хотел меня обогнать, но вижу, у него ничего не получилось. И вот мы. Да, мы получаем с тобой 30 деталей. Тяжеловоз. И новый костюм водителя Газхан. Неплохо. Газхан. Так, зимние шины, амортизаторы прыжков. Как же разблокировать-то, я не могу понять. Активность участников. Ну, друзья, я не вижу вот. У всех почему-то по нолям. Так, Гонза Артем Лайт первый. Гонза. Ну, понизить. Подожди, я же понижал. Почему опять у них? Чё-то я не пойму. Без меня кто-то здесь им повышает титулы. Ну, не титулы, а... Я одного не понимаю. Почему у меня активность участников? С какого фига у меня вот здесь и... Должен быть чисто русский клан. Артемка, Украина, ладно, еще. Гонза, я не пойму, флаг русский стоит почему-то. Лимба, украинец. Так, вот это Гози, американец, американец. Даркалис, хардплеер. В общем, ребят, напишите, что они здесь делают. Может быть, нам шведов убрать с бразильцами? Что они тут у нас вообще делают? Вот эти вот вообще не играют, по ходу дела. Поэтому удаляем их. Что это такое? Извини. Навсегда заблокирован из команды. Рудра.
Ну вот так вот пока сделаем. Ну что, ребята, наверное, на сегодня мы пока будем заканчивать. Так, что у нас там? Слава повысился до второго лидера. Ну, Слава, молодец, красавчик, повысился. Блин, тоже что ли повысится? А поехали еще покатаемся, ё-моё, в конце-то концов. Есть время, ребята. Давай попробуем. Поехал, называется, да? Да-да-да, я понял. Есть. Круто меня там, конечно, мотыльнуло. Ты видел, наверное, сам. Это горы суровые. Ну, заезжал бы тогда, ё-моё, ну. И не два, не полтора, да? Что-то я не помню, что-то кто-то там застрял, засел, а мы проехали. Кто-то видел, там просто на холмик встал и просто ничего не смог сделать. Ой, ой. Да ты посмотри, что происходит, ребят. Да уж едь ты. Я ненавижу вот эти, ребята, вот горки, пригорки. Я последний, короче. Какая-то хрень полная. Просто полная фигня. Ну, фабрика, ладно, фиг с ним, давай. Фабрику я еще как-то сношу. Ящик, блин. Как-то ты... Не в тему тут. Чего? Это что было-то? Врезался в этот в магнит? Зашибись. Да, ребят. Паршивый старт опять же. Да ты... Ты зампарил, блин, врезаться в этот магнит-то. С какого ты фига-то делаешь это? Специально, что ли? Не пойму. Так, нет баги. Это не твой день. Сегодня не твой день. Сегодня день Рейчика. Баги захотела меня там обогнать. Еще молоко на губах не обсохло уже. Просит такую вещь. Вот, ребята, нифига. Прикинь, минус двоечка, сразу же минус двоечка. Я пока еду вторым. Ну, там два. Ну, пока еду вторым, а по итогу я буду первым все равно. Ну, там, конечно, два этих врезались. Это, конечно, не фартануло им. Что, забытое шоссе? Как ты хотел? Забытое шоссе, это тоже круто. Вон, опять танк. Я уже знаю, я уже видел, что может танк. Насколько он шустрый, быстрый и мобильный. Это тебе не в первой части танк. Еле едет. Ну, что-то в последнее время у меня машина не долетает, ребята, до вот этих преград. Я не знаю, с чем это связано все. Но не выходит. Это что, одна гонка, ну, большая, что ли, я так понимаю? Ну, мы горючку с тобой взяли, значит, нам уже не страшно. Сколько там еще ехать-то нам? 30 метров, все. Да, тут одна гонка была, все лишь отлично, ребят. Угу, давай открывать сундуки. Так, магнит, амортизаторы. И здесь... Так, магнит, амортизаторы прыжков. Грязные ралли. Да?
Прям грязное ралли. Ой. Ой-ой-ой. По-моему, нормальное ралли. Видишь, флажком машем и все. И первое место, ребят. Ну так, средней паршивости на самом деле. Ну, не такие сильные ухабы, я тебе скажу. Можно было бы, конечно, тут, наверное... Что с тобой, бро? Ты хорош дурачиться-то, едь нормально. Ведь можешь же, когда хочешь. Конечно, можешь. Вот, красава. Залетел, как говорится. Пыльки в рот нашим врагам накидал. О, а тут вообще, ребята, прям трасса для меня, для моей машинки. Такая гладь, тишь да гладь. Красиво едем. Не, разрабы молодцы, занимаются игрой, за что им огромный респект. Радует нас, меня, всех, кто играет именно вот в игру эту, в гонке. Я как-то давно-давно ее, ребята, играл, но потом почему-то забросил. Но там забросил из одного, там у меня получился баг. Что-то с игрой происходило. Не помню точно. А, она ехала как будто это... Слайд-шоу, короче. Вот. И я эту ошибку никак не мог исправить. А потом как-то в другой момент зашел, и все. Баг исчез, и мы начали с вами ее проходить. Так, легендарка. Угу. Ну что, нам еще, наверное, одну гонку, и мы получим с тобой те самые заветные монетки, которые там лежат. Пляж. Ну тут, конечно, пляж, это, ребята... Ничего себе, ты че? Рэй, ты че? Да. Так начали прикольно, блин. И просто впендрючился в какую-то фигню. И все, ребята, меня забросило, перекинуло. В общем, трындец полный получился. Я боюсь представить, что если я поставлю ускоритель для колес, как моя машина будет вообще там летать. Если она на этом-то шпарит, будь здоров, представляешь? Я просто запарюсь машину свою выравнивать. Давай-давай-давай-давай-давай, родная. Никакой вертушки там. Спуск не давать. Отлично. Есть. Прекрасно. Ну что, едем далее. Давай, 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 родная. Выжимай все соки. Фига там. Ватрушка-то там, я смотрю, ватрушка, вертушка. Прям вот чешет. Прям пот, и знаешь, этот из этого. Пот из ушей, из носа, сопли. Как он меня хотел обогнать. Это я плохо стартанул. Ё-моё, я уже думал, сейчас опять впендрючимся, как в тот раз. Но нет, пока, слава богу, отлично. Нормально. Чувак там влетел просто. Так, ну мы потихонечку-потихонечку с тобой дальше едем. Слушай, а у нас есть и новый этот. Тихо. Фух, нормально, нормально, все отлично. Все у нас пока хорошо. И... первое место. Вот на прямых, ребята, ролика, как по мне, она вообще как бы вне конкуренции. Но это чисто на ровных трассах. Там кто-то перевернулся, видел?
Главное приземляться на оба колеса, и будет тебе счастье. Как вот здесь. Ну что, берем? 1999. Немножко не хватило, да, получается? Чуткарика. На одну единичку не доехали. Ладно, ничего страшного. Сейчас доедем. Поехали. А уже, думаю, в завтрашней серии мы, наверное, возьмем с тобой... Воу-воу-воу. Да, вот из-за этого перелета, ребята, получился сыр-бор. Во-первых, потерял очень много времени. Давай, давай, давай. Эх, вторым. Вторым, чуть-чуть. Ну, так бы был бы первым, если бы там не забраковался бы. Смотри, какие трассы. Что за жесть? Жесть, просто лютость какая-то, ребят. Козлики там стоят, травку лопают. Ну, где там финиш-то? Вот он. Фух. И последняя гонка. Ой-ой-ой-ой-ой, пойдем, наверное, поверху, да, или как? Пойду-ка я лучше понизу. Уже поздно, ребята, что-то там было менять. И опять это баги, а? Вот это... Вот это был попадос, друзья. Так, ну что, я все равно первый получается, да? Я первый. Ну все, все, все. Зарабатываем деньги. 6 тысяч монет. Открываем. Нет, не будем открывать, пускай он так доходит сам по себе потихонечку. Вступил, вышел. Вступил, вышел. Не понимаю я. Кто такие корейцы, китайцы лезут? Ну что, друзья, давайте на сегодня мы закончим с вами. И в следующей серии, я думаю, что мы возьмем с вами 3000 кубков, и все будет у нас окей. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.